Готов-с! Не отставай и всегда держись рядом. Цель-с! Основано на реальных событиях. Пли! Не вылезай! Нет! Он погиб с честью. Нет, Уилл, он просто погиб. От режиссера «Голодных игр» и «Фаворита». Надоело. Вы, я, все мы умираем, чтобы они богатели. Солдат конфедерации, который стал преступником. Сборщик налогов приехал и все забрал. Запасов на зиму не осталось. Девочки, вы стрелять умеете? Да у тебя тут целая армия. Насколько я помню, ружью все равно, кто крючок нажимает. Преступник, который стал лидером. Ты в курсе, что дезертиров казнят? Это беглецы. Как и ты. Я не собираюсь подыхать за то, чтобы они богатели на хлопке. Вы по той же причине бежали. Лидер, который вдохновил восстание. Никто не вправе указывать другому, ради чего ему жить. И ради чего ему умирать. Некогда мне разбираться с пятком дезертиров, бегающих по болотам. Готов? Повесить их. Видишь что-нибудь? Он рядом. Он такое не пропустит. Этим летом мы сражаемся ради наших детей и детей наших детей. Когда Америка была расколота, отныне земля к северу от болот Паскагула объявляется свободным штатом Джонса. Они объединились. Это бедные фермеры, дезертиры. А значит, сэр, им нечего терять. Ветер меняется. На этот раз тебе не победить. Мне еще есть за что сражаться. Свободный штат Джонса.